Всем привет, это Лаги Ньюс, с вами Кристина Санько. Сегодня мы будем оформлять развороты в наших личных дневниках по теме Пасха. Вы просили об этом в комментариях в прошлом видео, поэтому я решила порадовать вас такими рисунками. У нас будут и простые рисунки, и сложные для тех, кто только учится рисовать. Поэтому давайте уже приступать. Первый разворот мы посвятим самому главному символу Пасхи – куличу и яичкам. Этот рисунок я рисовала, когда общалась с вами в прямом эфире ВКонтакте, и многие могли наблюдать за процессом. Кстати, я заказала в своем любимом магазине Dark Note новый блокнот с арбузиками. Обожаю арбузики. И вот такую новую акварельную японскую ручку. Здесь специальный резервуар, куда нужно заливать воду, а кисточкой уже набирать краску. А что касается блокнота, здесь специальная акварельная бумага, и я тестирую ее в первый раз. В принципе, результат мне очень понравился. Если рисовать маркерами, то они не отпечатываются на обратной стороне блокнота. Поверхность здесь более рифленая, что позволяет краске лучше ложиться и не растекаться. Странички тоже не слипаются. То есть такой блокнотик считается более профессиональным, и, скорее всего, в следующий раз я буду покупать себе именно такие листы для рисования. Очень удобно. Ручка в целом мне тоже очень понравилась. Во время прямой трансляции вы сами определяли цвета яичек. Именно в эти цвета я и раскрасила. Тестировать новинки мне помогает мой маленький ассистент Алиса. Мы рисуем пасхальный куличик вместе. Если вам интересно то, чем я рисую и что сегодня использую, я оставлю ссылочки под видео. Вот такой пасхальный рисуночек у нас получился. Очень простой и быстрый арт. Кстати, хочу похвастаться новыми наклейками, они тоже из Dark Note. Я большой фанат разных крутых стикеров, очень хочу оформить ими планер или творческий блокнот. Возможно, в ближайшем будущем я это сделаю. А пока перейдем к следующему арту. Поздороваемся с праздником. В своем черном блокноте я напишу Hello Easter. Здесь не будет ярких цветов, все просто. Белые гелевые ручки и маркер. Такая традиционная картинка на Пасху. Простое украшение странички для ваших артбуков. На этом арте я хочу изобразить маленького цыпленка как символ праздника, который сидит на яичке. Ассистента. Алиса спешит на помощь, потому что, ну как без нее рисунок-то нарисуется? И все должно быть под контролем. Все это акварелью, потому что она лучше всего размывается. Чтобы нарисовать
нарисовать цветы, мне нужно лишь обозначить акварелью кружочки разных размеров, а все остальное сделает черный лайнер. Многие иллюстраторы используют именно этот прием. Тоже очень простой и милый рисунок у нас получился. Главным героем будет именно зайка. Кстати, а вы знаете, почему именно зайчик является главным пасхальным символом? Для тех, кто не знает, с радостью расскажу. Мода пошла опять же с запада. Детишки в Европе и Америке верят, что на Пасху зайчик прячет шоколадные яйца в своей норке, а малыши каждое пасхальное утро начинают искать гнездо, чтобы заполучить подарки. Однако гостинцы кролик приносит только хорошим и воспитанным деткам. А сама история пасхального кролика уходит глубоко в дохристианскую эпоху, когда люди поклонялись языческим богам. Тогда зайка являлся символом весны, как самое плодовитое животное, символ новой жизни и рождения. Наш малыш спешит к пасхальному празднику на шариках, чтобы запрятать в норке как можно больше вкусняшек. Арте я дала волю своей фантазии. Вообще, я тут совместила сразу несколько идей. Вы часто спрашиваете, как нарисовать волосы, плюс вам нравятся рисунки с изображением девушек. Кстати, признаюсь, я сама очень люблю их рисовать. Это будет некая пасхальная девушка, которая появляется из сладкой глазури. Да, вот такая у меня больная фантазия. Главным украшением, конечно же, служат шикарные вьющиеся волосы. Фишкой такого арта являются, конечно же, они. Главное, чтобы локоны заполняли весь рисунок, тогда картина будет казаться более эффектнее во много раз. Я рекомендую сделать рисунок черно-белым, а саму пасхальную глазурь выделить четко, чтобы был хороший акцент. Плюс я еще немного выделю большие аниме-глаза. На мои социальные сети, а главное на Инстаграм. Там сейчас проходит крутая игра Инста-челлендж. Мы вместе с подписчиками играем все вместе. Это очень весело и круто. Забегайте, будем играть вместе. Кликайте на кнопочку подписаться и тыкайте на пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. И да, если вам оно понравилось,
понравился, порекомендуйте его друзьям. Это действительно очень важно для моего канала, потому что я стараюсь для вас, а просмотры меня очень сильно мотивируют, потому что я знаю, что вам это видео нравится, и хочу работать для вас еще больше. А теперь давайте посмотрим, что же получилось у вас. Вот такие рисунки у нас с вами получились. Надеюсь, они вам понравились. Пишите в комментариях, какой рисунок вам понравился больше всего. Ну вот и все, будьте креативными, а я вам в этом помогу. Удачи, до скорого. Пока!